Доброе утро. Не перевелись еще на Руси стихотворцы. Сегодня мы докажем это не словом, а делом. Кто скажет, что я парвеню? Кто бросит в меня первый камень? А может, я просто люблю и жизнь понимаю стихами? Ученица гимназии номер 6 Маша Олейник недавно вернулась со всероссийского конкурса «Журавлиная родина». Дебютировала наша героиня на нем в прошлом году, но значительных успехов не добилась. Второй приезд в Сергиев Посад прошел более удачно. Маша стала дипломантом конкурса в номинации «Поэзия». Из 400 участников такая честь выпала единицам. Из того, что я возила, я выбрала одно. То есть сначала на мастерской жюри оценила все стихотворения, ну и, не сделав окончательный выбор, предоставила выбор мне. Мария единственная на этом конкурсе, кто представлял Мурманскую область. Ее произведение «Путем Онегина» жюри отметило как очень смелое. Стихи она пишет с детства, но таких высот достигла впервые. Мне жюри сказала, что у меня есть свой стиль. Они однозначно увидели в моих стихах стиль, которого я до этого сама, честно говоря, не наблюдала. Я думала, что как-то приходят мысли сами собой в разброс, вот и я их записываю. Сейчас все мысли нашей героини заняты учебой, на носу выпускные экзамены. После школы Маша планирует уехать в Петербург, чтобы выучиться на журналиста или же режиссера. Но забрасывать поэзию не думает, тем более, что писать стихи у нее отлично получается. И может быть песня «Мой крест» сколоченный музой бездарной. И нет в моей памяти мест для тех, кто не болен гитарой.